Днем примерно в полдень на углу улиц Толстого и Аймаутова столкнулись автомашина Audi и пассажирский автобус. Легковой автомобиль двигался по улице Аймаутова в сторону проспекта Толкихана, когда с второстепенной дороги улицы Толстого на перекресток вылетел автобус. Я ехал по главной улице Аймаутова, автобус выехал сверху с улицы Толстого. Кажется, он не смог затормозить и протаранил мою машину. В больницу попали три человека, с моей машины двое. Пострадавших могло быть и больше, но, к счастью, автобус двигался без пассажиров. В этот день он маршрут не обслуживал. Сейчас подробности этого ДТП выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. В окрестностях микрорайона Хатынкопр местные жители обнаружили 6-летнего мальчика. Ребенок, по всему, видимо, заблудился, о чем горожане сообщили на пульт 102. На место вызова приехал 792-й экипаж дорожно-патрульной полиции. Полицейские мальчика отвезли домой. К счастью, он смог указать свой адрес. Это ваш ребенок? У вас есть документы и его метрики? За ребенком нужно следить. Машин на дорогах сейчас много. Мы вашего сына нашли аж на Хатынкопре. Балага қарау керек қой, Хатынкопр жақта жүр. Автокөліктер көп қаз. Кішкентай бала. 6 жасар бала. Кімнен бердің? 12/06/16 жылы жедел басқару орталығынан шамамен 16 июня на пульт 102 Центра оперативного управления примерно в 18:30 поступило сообщение о том, что потерялся мальчик. В течение нескольких минут мы прибыли на место вызова и обнаружили 6-летнего ребенка. Мальчика мы отвезли родителям. А в полночь на углу улиц Майлыкожа и Аксу столкнулись автомашины Audi и Ford. От сильного удара Audi перевернулась. В результате водитель этой машины получил травмы. Главная улица здесь Крегера, то есть Майлыкожа. Я ехал по ней. Полицейские приезжали, начертили схему. Кто был прав, решит суд. Я получил травму головы. Еще меня сильно зажало ремнем, когда машина опрокинулась. Кто виноват в ДТП, сейчас выясняют инспекторы полиции. Материалы происшествия будут переданы в суд. Он решит, чья страховая компания возместит понесенный ущерб.